Здесь посвободнее на левом фланге. Фукс, передача. Надо мяч выносить. Это делает Чернов, но подбор остается за австрийцами. Прострел низом, опасно! Выносить надо мяч, выносить! Через себя бьет. Да что ж такое-то? Через себя двухметровый Марк Янту. Просунул на мяч в ближний угол и уже бессилен был помочь российской команде Игоря Кенфеев. Первый удар Юнузовича блокирует Глушаков, ну а затем мяч так удачно отскакивает к Янку. И тот, несмотря на свой двухметровый рост, успевает сложиться и очень здорово пробить в нижний угол. Ну, как так мяч.